Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре вот такой вот телефон Honor 7. Значит, заказывал его из AliExpress, Китая. Ссылку оставлю в описании. Пришел он облаченный вот в такую. И все это было вот в такой. Это около 16 тысяч рублей. Я его уже достал, вот он. Значит, был он вот в таком вот интересном исполнении. Значит, что тут нам пишут? Естественно, он с защитой 169, а вернее IP69, IP68, водонепроницаемый, 8-ядерный процессор, 4 гигабайта памяти оперативки, 128 гигабайт внутри, 48 камера, ну, экран разрешения, ну, там неплохо все, беспроводная зарядка и супер-пупер батарея на 5500 ампер-часов. Значит, мы его вчера, дело в том, что мы в Крыму, и тут с AliExpress, конечно, засада, мы заказывали на Тамань, вчера ездили, забирали. Вот, и вот вчера, пока ехали назад, открыли, чтобы звонить, потому что старый телефон совсем уже боль, печаль, беда. Старый телефон, кстати, Blackview 6000 BV. Ну, так себе верой и правдой отработал 3 года. Значит, Armor 7, но это не 7, которая там Pro и так далее, это 7E. Юлифон Armor 7E. Е это вот урезанная у него оперативка. То есть если в обычном там у нас 6, по-моему, то в Е 4. Ну поверьте, этого вполне достаточно будет для повседневной жизни, работы и так далее. Значит, так вот он лежал. Здесь был, кстати, еще и экран. Вот он, вот это и есть. Я его, ну в смысле защитная пленка. Я ее отклеил, кстати, будьте аккуратны, внимательны. Китайцы сразу приклеивают защитную пленку, она здесь была, вам только лишь отклеить вот эту верхушку требовалось. Ну и внутрянка, здесь у нас стекло. Положили сразу же с ним стекло. Вот так вот оно выглядит. Попозже приклеим. Здесь у нас юзер мануал, кстати, есть. Русский язык, где-то я видел его, сейчас покажу. Вот, русский, пожалуйста, примечание, чего-то там. Ну и, короче, полный расклад. Есть вот такие какие-то еще варианты. Ну и что мы имеем внутри? Значит, у нас Type-C. Поэтому здесь вот такой переходничок с обычной зарядки на Type-C положили. Здесь у нас для подключения наушников переходник. Здесь у нас зарядка, батарея. Что она выдает? 3 ампера. Очень хорошая зарядка. Ну, мощная, быстрая. Все как мы любим. Так, и вот такие вот еще варианты. Это у нас, чтобы подключить флешечку к нему, что-то скачать с него. Кстати, вещь вообще очень классная, когда у вас под рукой нет там зарядок и так далее, и место надо освободить, просто с собой достаточно носить флешечку. Ну и сама зарядка вот в таком вот исполнении, ну очень такой плотный провод, шнур. Все, друзья. А, ну естественно, я что-то как-то ее и не увидел. Вот она. Вот так вот вставляем. У нас же защищенный смартфон, друзья. Так вот мы ее вот так вот продели. И затянули. Ну и вот теперь прям огонь. Одели и ходим. Так, ну и, наверное, ну и заглушечки. Заглушечки для походу зарядки или кнопочки. Нет, заглушечки. Дополнительные заглушечки для чего-то там.
Скорее всего, это вот сюда, вот для зарядки вставлять их. Давайте проверим, сразу же попробуем, чтобы две, одну про запас. Ну, как-то это все, конечно, странновато выглядит. Да, это точно сюда, потому что вот прям написано Type-C. Ну, так это же все равно можно потерять. Это как вообще этим пользоваться? И на второй тоже написано Type-C. Не знаю, как по мне, херня, конечно, полная. Ну да ладно. Так, ну естественно, вот он ключик. Вот он сзади, кто не сможет найти. Значит, в нашем случае мы поддеваем. Поддеваем вот этой стороной. Вот так. И открываем ее. Ну, у меня уже там все стоит. Значит, флешку он принимает до 250 мегабайт. Так что на пол тера флешки не надо покупать. Они работать не будут. Складываем все назад пока. Беспроводную зарядку берет, поэтому я не спешу вот эти зарядки все распаковывать. Пусть пока лежат, отдыхают и ждут свой черед. Вот таким вот образом это работает. Так, ну и вот это вот все тоже давайте назад вернем. Так, что касается самого телефона. Ну, вы поняли, да, что он будет работать, в принципе, летает там все это. Мы уже там проверяли всякие игры. Все хорошо работает, на это есть обзоры, я не про это хочу вообще посвятить. Я считаю, что одним из главных параметров здесь... И камера у нас снимает вот так. Значит, давайте вот прям вот в таком режиме. Значит, телефон, с которого сейчас ведется съемка, Redmi Note 9, 68 пикселей, 4К. Посмотрим, давайте, как у нас работают камеры на видео. Давайте сначала фото. Фото будем делать в самом... Вот. У нас 48 пикселей, 4:3. Автоматическая подсветка. Снимаем. Есть. Смотрим на фотографию. Ну, такое. Так, а теперь давайте, кстати, камеры 3, вот они. Основная на 48, и дополнительная получается макро и широкая съемка. И давайте их попробуем, что у нас получится в макросъемке. Так, размер фото. Вот это вот у нас макросъемка. Вот смотрите, как интересно, да, получается. Так. И смотрим на эту фотку. Очень-очень-очень-очень интересно. Очень неплохо получилось. Широкая вот эта съемка, да, которая должна нам, по идее, захватывать. Ну, да, больше она берет, чем обычная. Давайте еще раз сравню, вот верну на обычную. Хотя, по-моему, то же самое. И какая-то еще, я вот не понял, вот это вот 7. В общем, подскажите в комментарии, что вот это за 7 метров, что за 7 метров. Чисто непонятная какая-то вот эта камера. Ладно, возвращаем обратно и переходим на видео. Качество видео вот сейчас вот 4К стоит. Так, ну и поехали, поснимаем. Так.
Что он нам покажет? Давайте вот так вот. Вот, значит, наши обои. Подставка под телевизор. Окно. Давайте улицу. Через сетку. И давайте улицу через, не через сетку. Так, ну и плавно я убираю вот этот телефон, с которого снимаю, и переходим на... Давайте приблизим. 4 у него зум максимальный. Но я могу сказать, неплохо. Очень неплохо. Так. Ну и возвращаемся обратно. Стабилизация, конечно, так себе. В общем-то, как для телефона за 15 тысяч рублей очень-очень даже хорошо. Да, и кстати, как получить, собственно, эту цену в 15 тысяч рублей? Ну, там надо было... Короче, ждите распродажи. Она периодически бывает. Используйте всякие промокоды, купоны. Также регистрируйтесь на кэшбэке Letyshops. Ссылка будет в описании. И все-все-все это в совокупности, если заюзать, вы получите цену где-то там около 15,5 тысяч рублей. С учетом доставки. Все. Всем спасибо. Вот такой короткий обзор. Он конкретно касается в основном камеры. Всем пока. До новых встреч. Ну и смотрим, пробуем. Так, что-то происходит. Вот если сюда посмотреть. Так, давайте смотреть. А вот зарядка пошла. Убираем. Вот этот потух, видите, красным горит. И здесь зарядка не идет. Давайте вот так поставим. Ничего. Где он тут у нас? Вот здесь. То есть мы чуть-чуть его выше. Опа, видите? Сразу же загорелось, и вот зарядка у нас пошла. Значит, все работает, друзья. Все отлично. Тепленькая, здесь тоже тепленькая. Ссылка в описании. Проходите. И, кстати, да, кто сомневается, вот продукт. Вот он, включен продукт. Может, продукт, зарядка идет. Спасибо, всем пока. Симферополь, 13 февраля, вернее. Отлично. Наконец-то у нас сугробы. Первый раз за последние, наверное, года 4 точно.
iPhone soundtrack.